Привет, дорогие друзья! Сегодня у нас окрошечка и бутербродики. Давайте приступим. Окрошку, когда кушаешь, сразу лето напоминает. Горчичкой. И сюда маленечко. Горчица у нас домашняя, сам делал, там ее делать-то ничего сложного, рассол надо, рассольчик, маленечко соли добавить, чуть-чуть сахара, ну и пачку целую горчичного порошка высыпаешь, размешал, ну, часа на два в теплое место. Видно еще через камеру. Только проснулись недавно. Сегодня выходной. Спали сегодня до 9:30. Ведрененькая. Хорошечно. Два дня подряд у нас в Искитиме снег валит. И днем, и ночью. С ветром. Калитку завалило. Хрен откроешь. Сейчас позавтракаю, да пойду снег чистить. Да за подарком поедем жене.
на 8 марта. Ну, думаю, колечко золотое подарить. Она золото любит у меня. Хотел на квасе сделать. Ну, точнее, жена говорит, что можешь на квасе тебе сделать. Я думал, ладно, так пойдет. Кипяченая вода, уксус, майонез. Ну и так все прибамбасы. Зелень, редисочка, яйца. Картошечки вообще чуть-чуть добавили. Пролезно. Холодненькое. С похмелья хорошо вкатывает. О. Ну все, мы покушали. Всем пока, ребятки.